Так, мы прибыли на верхнюю точку. Мы идем, у нас уже гулять. Там еще какие-то аттракционы. Это вот можно, наверное, кататься над горой так. Здорово. Сейчас мы с вами пойдем на смотровую площадку нижнюю. Там еще есть наверху качели, но пока мы посмотрим площадку. Здравствуйте. Здравствуйте. Как вас зовут, скажите, пожалуйста? Лейла. Лейла? Скажите, пожалуйста, как вам впечатление от увиденного? Hello. Ну, это мои родные края. Да. Я сама родилась в Казани. Да. Уже 10 лет как переехала обратно в Баку. Здесь мои предки. Дуруджакян называется. Только это, я хотел узнать, что это такое. Это деревня Дуруджа называется. Дуруджа. Да, только очень близко здесь. Да, да. Хорошо, у меня стоит на панораме. Ну, мои деда, баба там вот родились. Это наши корни, да, можно сказать. Ну там так. Еще есть же у нас дома. Ну, там, сейчас живут. Я смотрел, там похоже, что там никто не живет. Живет. Нет, живут там? Да, конечно. В основном ну, так, летом все летом, да? Приезжают. Как дачные. Дачные, понятно. А вы? Вас как зовут? Эльчин мое имя. Вы тоже из России, да? Да, с города Казани. Казани. А сами мы здесь, в Габале у нас. В Габале дома, да? Да, здесь дома. Не жалеете, что вернулись из России в Азербайджан? Не, мы же отдыхать приехали. Отдыхать приехали? Конечно. А отдыхать, это мои братья, а я как бы живу в Баку. Понятно, ну я тоже живу в Баку, на 8 километре, далеко от базара. Спасибо большое. А что вы скажете вот людям, которые это еще не видели? Ну обязательно нужно посетить. Нужно приехать. Здесь красивая природа, воздух чистый. Да, воздух здесь потрясающий. Потрясающая кухня здесь. Культура хорошая. В каком смысле? Ну, национальное гостеприимство. Кавказской, сами понимаете, да. Знаете, какое. Разумеется. Я сам счастлив, я надеюсь. Да. Спасибо большое. Приезжайте в Баку еще раз. Спасибо. Вот. Увидимся. Вот такой крутой склон. Наверное, градусов дофига. То есть, если пойти, поскользнуться, ты уже окажешься внизу. Однажды я такое уже проэкспериментировал, когда я еще учился в школе. Сейчас подойдем к этой красной штуковине, я вам покажу там, что там спуск. Ну это потом уже вернемся, пойдем в другое место. Вот здесь видите, какое-то все очень красиво, поваренные деревья. Вот здесь вот спуск. Для любителей лыж здесь хорошо. Зимой, конечно. А мы подойдем к этому краю, к другому склону. Оу. Так что, ребята, будьте осторожны. Сейчас подпрыгаю, если приедете сюда, ни в коем случае близко к краю не подходить. Спускаться было легко, подниматься, видимо, не очень. Поэтому я туда не пойду, тем более у меня обувь не для подъема. Здесь сделали хорошо ограждение. Это уже прямо сзади ресторана, это вот станция разгрузочная, погрузочная. Но там внизу уже, откуда мы пришли, там не было ограждений. Вот там вот качели. Интересно, попробую, может быть, удастся покататься, поэтому спрошу. Как я катался на качелях и что из этого получилось, смотрите в третьей части. Галдыр, галдыр, няньки, мол, галдыр, юхарей! Галдыр, юхарей! Ты заходи! Ух ты! Ах!